Дорогие друзья, посмотрите, какая красота, чего только не встретишь в Тбилиси, не только советский автопром, но и легенды заокеанские. Вот, пожалуйста, Grand Prix, это Pontiac, линейка автомобилей General Motors, которая выпускалась с 60-х годов прошлого века. Она сейчас стоит здесь, в Тбилиси, у нас в Исанском районе, на улице Качинского, бывшая улица Черноморская, на транзитных номерах. Автомобиль в прекрасном состоянии. Явно машина на ходу и добралась до этого места самостоятельно. Вот если ее немножечко внешне приукрасить, восстановить, реставрировать. Вот внутри вы видите отделку. Это купе. Машина смотрится очень богато и достойно. Так что, дорогие друзья, глядя на эту машину, вспоминаешь шедевры Голливуда того периода. Но она на Тбилисской улице смотрится очень необычно, но, как говорится, эффектно.